нет предела совершенству. И в принципе есть такие мелочи, как бы гениальные вещи, которые, я не знаю, как они приходят в голову выдающимся людям, но тем не менее, сегодня мы поговорим о том, насколько они идеальны. Кто они? Смотрим дальше. Итак, начнем с рассмотрения данной штуки. Да, это карамель. Да, это рошен. Да, она молочная. Да, в ней много сахара. Да, сделали ее в кременчуге. Но по вкусовым качествам, по-моему, ее никто не обошел. Выглядит она следующим образом. Ну, то есть это вот такая вот карамель. По форме, по тактильным ощущениям, это лучшая карамель, которая может быть из молочных. Далее будем проверять ее путем взвешивания. Угу. И весит она у нас 7 грамм. Замечательный вариант. Конечно, злоупотреблять ею не стоит. Но, тем не менее, вещь интересная. Следующая у нас на обзоре, это вот такая вот карамелька, которая также выпущена. Да? Итак, вскрываем. Форм-фактор у нее немного отличается от предыдущей модельки. Она сделана как обычная карамелька. Но у нее есть внутри наполнитель. При рассасывании этой карамели по краям появляются отверстия, и содержимое шипучки попадает в рот. Вот такая вот веселая штучка. Проверим нашу карамельку на весах. И это у нас 5 грамм. Вкус у нее цитрусовый. Но я бы даже не сказал, не больше, не миринда. Скорее всего, больше, чем похоже на фанту. Ну и заключает апогей вкуса. Это самая любимая детьми конфета. И мной, и еще многими почитателями. Вот такая вот темненькая, тоже шипучка, тоже с наполнителем, тоже с овальным таким каналом внутри. Идеальная по форме обычная конфетка со вкусом кока-колы, но еще и шипучка. Также кременчуг. И проверим ее. Так, весы у нас на 0,5 грамма. Это немного больше и немного вкуснее. Ну вот и все. Кому понравилось данное видео или кому не понравилось, можете оценить это видео лайком либо дизлайком. Это никакая не пропаганда там всего остального, но это действительно, на мой взгляд, самое оптимальное, самое гениальное, что могло прийти человечеству в голову, скажем так, человеку, который все это изобрел, все это придумал, все это внедрил, все это начал делать и продолжает
держать уровень, планку на высшем уровне по качеству, по подаче этого, по рецептуре, по вкусовым качествам, ну, по многим аспектам. В общем, кому было интересно, подписываемся на канал, ставим лайки либо дизлайки. Всем пока!